Далее. Если производственный процесс ранее выглядел таким образом, то есть конструировалось, производилось, эксплуатировалось, и где-то вот здесь она зашпихована обратная связь, когда-то она была, а когда-то ее не было. Поэтому могли журналы те же самые за рулем годами писаться отзывы о том, что какая-то вещь имеет конструктивные недостатки, недоработки, но годами это могло не справляться. Современные, конечно, требования совершенно другие. Процесс производственный кардинально изменился, и сейчас каждый этап производства влияет на другой этап жизненного цикла, на другой этап жизненного цикла продукта.